Еще мамлюки. Мы можем убить их тихо. Я был бы уже мертв. Когда сарацины убьют этого проповедника, наш мир станет лучше. Они пошли на штурм! Используй осадные машины! Они мертвы! Все инженеры мертвы! Значит, действовать придется нам. Угроза смерти тебя не беспокоит, верно? Точно. Так и знала. Тамплиеры. Благородные тамплиеры, вы — вестники новой зари. Божественный свет укажет вам путь и поможет завоевать землю обетованную к вящей славе нашего Спасителя. И дабы облегчить вам труд во имя священной цели, я вручаю вам добрые дары,
лучше которых нет на свете. Я призываю всех христиан оказать вам посильную помощь и поддержку. Отныне вы можете возводить свои церкви, распоряжаться трофеями и собирать налоги. Отныне вы подчиняетесь только мне. Ни король, ни император не имеют над вами власть, ведь вы — воины Христовы. Папа Иннокентий II. Булла омне датум оптимум. Похоже, вражеская армия пошла на штурм. Пора убираться из города. Нет. Мы сможем остановить атаку с помощью трибушетов. Ты знаешь, как из них стрелять? Любой может стрелять из трибушетов. Это просто. Отлично. Ни один враг не смог подойти к стенам города. Сарацины превосходят нас числом. Они считают, что мы сломлены. Но за нами сила, которую им не преодолеть. Сила, которую дает нам...
Мы тесним их. Атака отбита. Помощь пришла! Один из нас вращает колесо, второй защищает его. Выбирай. Отлично. Я вращаю, ты сражаешься. Какое благородство! Мы больше не можем сражаться за вас. Нам нужно уйти. Она права, брат. Нам поручена важная миссия. Я прошу вас оказать мне еще одну, последнюю услугу. Проберитесь во вражеский лагерь и уничтожьте 3 трибушета. Всего-то? И больше ничего? Если этого не сделать, завтра город падет. Мы сделаем все, что в наших силах. Под Акрой есть подземный ход. Он ведет к вражескому лагерю. Сарацины про них не знают. Неожиданность должна быть на вашей стороне.